Ну а сегодня, знаете, как на всяких крутых лайф-коуч-каналах, почему я об этом сейчас подумал, не знаю, потому что я догадываюсь, что они есть, но я почему-то ни разу не видел, видимо, у меня просто подборки другие немножко. Я вам расскажу, как получить скидки на любые гитары ESP, которые вы хотите купить, ESP, LTD, там всякие экстоны и подобные. Ну, пока будем распаковывать новую партию девочек для обзора, потому что мне приехала тут интересная коробка, в которой аж 6 гитар сразу мне сказали запаковано, там просто огромный такой кирпич картонный. И сейчас мы его будем разбирать. Так. Очень, кстати, в тему то, что вот это вот попало в кадр, потому что именно благодаря моему знакомству с компанией Avalon у них можно получить скидочку на любую продукцию, которую вы найдете, например, вот на этом сайте, да? Это как бы у них там как бы есть сайт их основной, большой такой сайт, да, там куча всего. И есть сайты с названиями всех остальных производителей всяких разных, которые... У них, собственно, на основном сайте представлены тоже. Можно сказать, есть motherboard, то есть основной сайт. Да, и его маленькие миньоны, как хотите это называйте, которые не дублируют, а как бы, вот, грубо говоря, большой сайт, да, на нем есть все. И вот так вот он как бы распределен еще на кучку маленьких сайтов с этой же продукцией. Ну, так просто удобнее работать с разными брендами. Вот, соответственно, допустим, вы... Хотите что-то заказать у них, заказывайте, там, например, гитару. В комментариях к заказу, для того, чтобы получить скидку, даже если вы заказываете не ESP, а, например, Майкл Келли, Корт, Икстон, Эдвардс, всякие вот эти вот конторы, PRS у них тоже есть, вот, в комментариях к заказу, надо обязательно написать то, что вы увидели эту гитару или услышали эту информацию о гитаре или каком-то микрофоне Samson, например, да, который у них тоже есть, у Леуса, и промокод на скидку HellScream. Или же, например, вы приходите в физический магазин, они есть в Москве, Питере и Нижнем Новгороде, насколько я помню, и еще в Краснодаре, по-моему. Приходите в магазин, говорите: я видел это в видосе у Леуса, промокод на скидку HellScream. Фишка в том, что именно благодаря этим словам вы сможете получить скидку. А это у нас с вами гитара главного металлического сутенера Кирка Хэммета, подписная, с новомодным 3D-шным логотипом. Прикольно, красиво смотрится. Такая прям в стиле Элвиса, я бы сказал. Так что, приходя в любое отделение Авалона покупать что-либо, вы приходите и говорите: я видел это у Леуса. Промокод HellScream. Потому что по-другому вам эту скидку просто не сделают. Закодировали мы так, чтобы проще было. Потому что по статистике очень много народу приходит, увидев в видосе, и забывают про промокод. А промокод — это скидка. Эх, погнали дальше. Вот это красота. Ну и это у нас с вами подписная гитара Алекса Уэйда из группы Whitechapel. Ну, собственно, что еще нужно металлисту? Переключатель звукоснимателей и одна громкость. В принципе, логично. Я бы, конечно, сделал вторую громкость для того, чтобы как киллсвич юзать, но здесь эта штука далеко, поэтому какая нафиг разница. Очень клевая текстура, матовая такая вот гитарка, болченый гриф, клевый инструмент, семиструнная, соответственно. Мензура, насколько я помню, у нее 27 дюймов, то есть это семиструнный баритон. Ух. Опа, что у нас тут? Black Metal, точно, 100%. Да, 1000 ББ БЛКС. А это у нас с вами 27-дюймовый шестиструнный баритон черный матовый. Ну-ка. Вот такой вот мясо вклеенный гриф, полностью матовый. Дальше смотрим. Так, а тут у нас гитарка с овертюном, значит. Да, тяжеленная по росту, жесть. Это у нас 1008 баритон, тоже 27-дюймовая, 8-струнная гитара. Ух, жесть, мясо, фарш. Ну, а это еще одно волшебное существо с овертюном. Овертюн я определяю, потому что вот эта вот бумажечка, мануал по овертюну идет с каждой такой гитарой. Потому что те, кто не сталкивался, в первый момент могут запаниковать. Это обычный такой вот MH. Красивый инструмент.
Просто белая красивая гитара. Активные звучки, все как надо. Это прям сама злюка. Семиструнный баритон Black Metal. Вот этот вот самый Seymour Duncan Blackened Black Winter. Прям просто рубило. Реверсивная голова. 3D. Вот этот вот логотип. Жесткий инструмент. Хочу такой Explorer. Ничего со мной не сделайте, хочу такой Explorer. На самом деле я прекрасно помню момент, когда я впервые в жизни попробовал играть на Explorer. Это, по-моему, был Hetfieldовский Snakebite, либо красный тот, точнее, как белый, окровавленный белый Explorer. И мне ужасно не понравилось. Я прям не мог на нем играть. Мне прям было очень неудобно. Я прям страдал. Я не знаю, но в какой-то момент у меня проснулось какое-то, не знаю, прошло какое-то прозрение, что ли. Я взял в руки Explorer и просто такой, да ладно, почему так удобно? Хотя до этого проиграл довольно долго на обычном Eclipse Les Paul. И просто у меня была реально истерика с того, что удобно. То есть как бы, я не знаю, как-то неудобно сидел, что ли. Ну, вот это вот, знаете почему? Вот почему захотелось именно эту гитару попробовать поиграть. Вот золотая фурнитура, там EMG, ладно. Она очень напоминает мне тот самый концерт Nightwish 2002-2003 года From Vicious to Eternity. Правда, у нее там Washburn, но какая разница? Напоминает же. Опа. О, матовая зверюга. Это нас значит Эмаш, который тоже баритон. Тысячный. Будем слушать и сравнивать. Активные звучки EMG вот стоят. Ух, мясо фарш гитара. На самом деле не только в Авалоне можно получить скидки на разное музыкальное оборудование, сказав фразу «увидел в видосе у Леоса промокод HellScream на скидку». А это обязательно надо либо сказать продавцу, либо написать в комментарии к заказу, чтобы вам просто оформили скидочку. Я хочу сейчас со всеми как-то вот договориться с разными компаниями, где это будет возможно. И, соответственно, я опубликую у себя, вот у меня страничка, которая leos.hellscreamacademy.com, там все это будет написано, прям что нажать, что как бы сказать для того, чтобы получить скидку там или там. Я просто отмечу все компании и магазины, где такое будет работать. И, соответственно, где-то это можно будет сделать просто по ссылке, вводя промокод, где-то это надо будет, ну, как бы реально лично продавцам сказать, либо в комментариях заказа указать. Поэтому, если вы собираетесь что-то где-то покупать, приходите, говорите, видел в видосе у Леуса, ну, в смысле, видел информацию о не инструменте, да, то есть, а именно о магазине, о компании, да, то есть, что вам сделают, соответственно, скидочку. Такие вот дела. И давайте еще увидимся. Покидон.